Доктор Машинкова. Смотри, это скрипыш на желтом каприолете. Он спешит в аэропорт, ведь сегодня должна вернуться из отпуска доктор Машинкова, и он хочет успеть ее встретить. О, а вот и свободное место. Скрипыш решил припарковаться здесь, чтобы ждать Машинкова. Ой-ой-ой, он не заметил машину, стоявшую сзади, и врезался в нее. Что же теперь делать? К счастью, долго ждать доктора Машинкова не пришлось. Она уже шла к грустному роботу. Расспросила Машинкова скрипыша, почему он такой расстроенный, что с ним произошло. Все внимательно осмотрела и сказала, что удар был не сильным, и машинки не пострадали. Так что не нужно переживать. Поедем домой. Там что-нибудь придумаем. Я поведу, сказала Машинкова и прыгнула за руль. Машинкова была счастлива снова увидеть своего друга-скрипыша и знакомые места – поля, горы и леса. А вот на горизонте появился ее гараж, где она живет и работает. Приехали! Робот-скрипыш не очень хорошо умеет парковать автомобиль, но Машинкова знает, как ему помочь. Она решила установить на машину специальное устройство, которое сделает парковку безопаснее. Это устройство называется «Парктроник». Эта маленькая деталька излучает звук, который человек услышать не может. Зато этот звук может отражаться от рядом стоящих предметов и возвращаться обратно. Давай установим его. Самым удачным местом для установки парктроников является бампер. Для этого машинка просверлит в нем нужные отверстия. Готово! Теперь можно приступать к установке. Чем больше датчиков будет установлено, тем более точно оно будет работать. Поэтому мы поставим 4 датчика на передний бампер и 4 на задний. Теперь все датчики нужно соединить проводами и подключить к главному компьютеру, который будет обрабатывать сигналы и предупреждать о приближении препятствия. Смотри, как работают парктроники, когда на пути появляется оранжевый конус. Чем ближе машина подъезжает к конусу, тем чаще звучит сигнал, предупреждающий водителя об опасности. Вот так работают парктроники. И Машинкова рада, что у нее все получилось. Ой, скрипыш, это же не шапка, это конус для ограждения. Давай его сюда и иди в машину. Будем пробовать парковаться. И вот скрипыш снова за рулем желтого кабриолета. И он очень волнуется. Машинкова поставила несколько конусов, чтобы скрипыш мог между ними припарковаться, используя парктроники. Посмотрим, как у него это выйдет. Идеальная параллельная парковка. Теперь скрипыш сможет припарковаться в любом месте. Машинкова довольна проделанной работой, ведь она помогла своему другу скрипышу. Доктор Машинкова. На улице лил проливной дождь, сверкали молнии и гремел гром. Но Машинкову это нисколько не пугало. Она с огромным удовольствием бегала по лужам, и брызги разлетались во все стороны. А еще ей нравилось смотреть на свое отражение в лужах и круги на воде от капель. «Как же замечательно прыгать под дождиком!» – думала Машинкова. Но тут приехал робот-скрипыш и сказал, что находиться под дождиком долго опасно и можно заболеть. Но Машинкова не послушала его, а предложила поиграть с ней под дождем. Скрипыш ответил, что ему нельзя попадать под дождь, ведь он может сломаться.
Тогда Машинкова продолжила бегать по лужам и веселиться одна. Нагулявшись, она вернулась в свою комнату. Вся ее одежда промокла до нитки. «Что-то я себя неважно чувствую», — сказала доктор Машинкова и забралась в кровать. Похоже, скрипыш был прав, и Машинкова все-таки простудилась. Зря она не послушала его и не вернулась домой раньше. Скрипыш не умел лечить, но он знал, что можно позвонить врачу, который поможет. Позвонил скрипыш врачу и рассказал, что доктор Машинкова заболела, и ей срочно нужна помощь. И не теряя ни минуты, врач поспешил к ней. Теперь робот был спокоен за доктора Машинкова, ведь к ним уже едет скорая помощь. А скорая помощь тем временем уже спешила на вызов, обгоняя попутные автомобили. Включив сирену, все машины начали уступать ей дорогу, даже полицейские, ведь скорая помощь спасает жизни людей. Добрались. Вот и гараж доктора Машинковой, где она живет и работает. Взяв чемоданчик с лекарствами, врач направился к пациенту. «Что тебя беспокоит?» – спросил врач. Машинкова сказала, что болит горло и сильная слабость, а еще она часто чихает. «Давай для начала измерим твою температуру», – сказал доктор и достал градусник. При помощи градусника можно узнать, заболел человек или нет. Для этого его кладут под мышку или в рот, там, где теплее всего, и меряют температуру. Нормальной температурой здорового человека является 36,6 градусов. Если она больше или меньше, значит он болен и ему необходимо лечение. Градусник показал, что у Машинковой повышенная температура, и теперь нужно смотреть горло, чтобы поставить правильный диагноз. А ну-ка, открой рот, посмотрим на твое горлышко. Ага, все понятно, оно красное. Теперь доктор понял, что Машинкова простудилась, и на этот случай у него всегда есть чемоданчики и лекарства, которые нужно принимать, чтобы выздороветь. И еще раз объясню Машинковой, что бегать по лужам под дождем очень опасно, ведь болеть так плохо. Пожелав скорейшего выздоровления, врач отправился к другим пациентам. Ну а Машинкова прощается с нами до выздоровления. Доктор Машинкова. Как-то раз в гараж доктора Машинковой приехал синенький легковой автомобиль. «Что случилось?» – спросила его доктор Машинкова. «Я – обычный легковой автомобиль. Меня никто не замечает, и я никому не интересен. Помоги мне стать другим», – сказала синяя машинка. Задумалась Машинкова. И тут ей пришла идея. «А что, если из этого седана сделать лимузин?» «Отличная идея! Давай разработаем план действий!» Итак, у нас есть небольшой обычный седан. Чтобы он стал лимузином, нам придется его разрезать пополам. Вот так. Теперь сюда мы добавим дополнительную секцию, чтобы сделать наш автомобиль длиннее. И прочно закрепим ее. Все, план готов. Можно приступать к работе. Для начала снимем все двери, чтобы они нам не мешали. Раз, два, три, четыре. Наступает ответственный момент. Будем распиливать автомобиль. А для этого нужно не забыть одеть защитную маску и приготовить нужный инструмент. Не бойтесь, машинке будет не больно. Я буду очень аккуратна. Готово. Можно приступать к присоединению дополнительной секции. Давай приподнимем переднюю и заднюю часть. И немножко их раздвинем в стороны. А теперь мы приварим новую длинную деталь, которая и сделает из седана лимузин. Приступим.
Сварка – это очень ответственный момент, ведь от ее качества зависит прочность автомобиля. Теперь все части машинки крепко соединены, и машинка решила проверить прочность своей работы. Похоже, все просто замечательно. Можно приступать к завершающей стадии. Давай установим большой диван, чтобы пассажирам было удобно. И вернем все двери на свои места. Готово! И получилось так, как и было задумано. Получился отличный длинный лимузин. Настало время отправляться в путь и опробовать его в деле. Синяя машинка была счастлива, ведь ее мечта осуществилась. А Машинкова была рада, что смогла помочь еще одному автомобильчику в его беде. Ну а теперь мы прощаемся с вами ненадолго. До новых встреч! Доктор Машинкова. Работы не было, и доктор Машинков со скрипышом играли в шахматы. «Шах и мат!» – радостно произнесла доктор Машинкова. Очень удивился скрипыш своему поражению и предложил сыграть еще раз. Но тут зазвонил телефон. «Похоже, кому-то нужна наша помощь. Сейчас узнаем». Позвонил джип. Он застрял в пустыне и слезно просил выручить его. «Выезжаю!» – сказала доктор Машинкова и отправилась на выручку попавшему в беду товарищу. Машинкова на всех парах ехала на своем красном квадроцикле, а вокруг был только песок да камни. Солнце жгло очень сильно и нагревало пустыню до красна. Далеко не каждый автомобиль может проехать в пустыне и не застрять. Колеса у него должны быть большие и с глубоким протектором. Хорошо, что Машинкова выбрала квадроцикл для своего путешествия. Он уж точно не застрянет в песках. Ну а заблудиться Машинковой не даст ее любимый навигатор, который подскажет, куда ехать. Гляди-ка, а вот наш друг на горизонте. Мы нашли его! «Привет, Машинка! Сейчас я тебе помогу!» – сказала доктор Машинкова. «Что же с тобой произошло? И почему из-под капота у тебя идет пар? Давай посмотрим!» «Так-так, все понятно. Это перегрев. Пустыня – это самое жаркое место на Земле. Здесь очень и очень жарко. От такой высокой температуры охлаждающая жидкость в машине – просто испарилась, и машинка не смогла дальше ехать. Машинкова тоже может перегреться, поэтому первым делом нужно укрыть голову. Недалеко отсюда Машинкова видела водоем, там мы наберем воды. Для этого нам понадобится канистра. Хорошо, что в джипе есть одна. И действительно, рядом находился цветущий оазис с небольшим озером. Набрав полную канистру прохладной воды, Машинкова отправился обратно к застрявшему джипу. Эта вода послужит джипу как охлаждающая жидкость, чтобы он смог выбраться из пустыни. Все готово! Машинка спасена! Теперь можно отправляться в обратный путь. Ну а вы, ребята, помните, что если светит солнце, то нужно носить головные уборы, чтобы не закипеть. Все было сделано как надо, и Машинкова с джипом отправились по домам. До новых встреч!
Доктор Машинкова. Был отличный солнечный день, и маленький желтый автомобильчик не спеша ехал по дороге, везя за собой дом на колесах. На крыше лежит очень много сумок и чемоданов. Видимо, он едет издалека. Точно, он путешественник. Он ездит по разным странам и городам и изучает их. Но вот беда, бумажная карта, по которой он ориентировался, потерялась, и он не знает теперь, куда едет. На перекрестке с круговым движением он понял, что потерялся, и кружил по нему, не зная, что делать. В этом городе он никогда не бывал и никогда не ездил по этим дорогам. Без карты он был полностью потерян. К счастью, рядом гуляла доктор Машинкова и заметила странную машинку, которая без остановки кружила по перекрестку. «Похоже, ей нужна помощь», — решила Машинкова и остановила автомобиль. «Что ты делаешь?» — спросила Машинкова. Расстроенный путешественник рассказал, что потерял свою карту и заблудился. «Не беда», — сказала доктор Машинкова и пригласила автомобильчик к себе в гараж. «Там у нее есть для него сюрприз». А вот и он. Машинкова принесла небольшую коробку. Что же в ней? Что же это за устройство? Телевизор? Нет, это спутниковая навигационная система GPS. С ней никогда не заблудишься. Давай я расскажу, как она работает. Это устройство и радио, и компьютер в одном. Когда машинка с этим устройством едет по дороге, у нее над головой, высоко-высоко за облаками, в космосе вращаются спутники, которые передают радиосигнал с данными о своем текущем местоположении. Приемник принимает этот сигнал, а компьютер обрабатывает и выводит на экран точные координаты на карте. Вот и все. Вот такое интересное и полезное устройство этот GPS-навигатор. Давай установим его. Для начала вынем старый радиоприемник. Он здесь не понадобится. А на его место установим новенький GPS-навигатор. Отлично. Теперь посмотрим, как он работает. Вот этот красный значок показывает наше местоположение на карте. А серые полоски – это дороги. А теперь давай выберем место, куда мы хотим отправиться. И навигатор сразу прокладывает самый короткий маршрут и будет подсказывать его во время пути. Теперь машинка-путешественник никогда и нигде не заблудится. Она может смело отправляться странствовать дальше. Ну а мы, ребята, прощаемся с вами. Ненадолго. Пока-пока. Доктор Машинкова. Как думаешь, малыш, кто сегодня заедет в гараж к доктору Машинковой? О, да это же танк, какой большой. Что с тобой случилось? Спросила его доктор Машинкова. Танк рассказал ей, что всю жизнь провел на полях сражений, защищая родину от врагов. Но все, что он умеет, это только воевать и разрушать. А ему так хотелось бы сделать что-нибудь хорошее и доброе. Я больше не хочу ни с кем воевать, никого уничтожать. Помоги, доктор Машинкова. Я знаю, ты все можешь, сказал Дан. Не волнуйся, я помогу тебе с твоей проблемой. Мы сделаем из тебя трактор. Приступим. Давай сначала избавимся от твоей опасной пушки.
Башня теперь нам не понадобится. На ее место мы установим кабину. Кстати, а ты знаешь, как танки и трактора на гусеницах поворачивают при езде? Смотри. Для того, чтобы автомобиль мог ехать в нужную сторону, ему достаточно повернуть передние колеса. Вот так. У танков и тракторов на гусеницах все по-другому. У них тоже есть колеса, но они едут не по дороге, а по специальной гусеничной ленте и совсем не умеют поворачивать. Зато они умеют вращаться с каждой стороны танка по отдельности. Например, чтобы повернуть налево, танк должен начать вращать все колеса по левому борту в обратном направлении. Такая конструкция позволяет ему разворачиваться на месте. А еще машина на гусеницах может пройти где угодно и не застрять. Ну что, продолжим переделывать танк в трактор? Пулемет больше тоже не нужен, и защита гусениц от снарядов тоже. А вот и кабина едет. Я собрал ее из старых деталей, сказал робот-скрепыш. Отлично, давай ее установим. Осторожно, Машинкова, не упади. Почти закончили. Осталось сделать еще немного. Установим бак для топлива и выхлопную трубу. А также фары и фонари, чтобы не заблудиться в темноте. Ура! Готово! Теперь можно отправляться на улицу. Там мы установим полезный инструмент. Настоящий трактор. Но что же ты будешь делать? Какую пользу ты можешь приносить? А давай мы установим тебе инструмент для вспахивания земли. Это очень полезная работа. Готово. Теперь мы закончили. Можешь отправляться. И счастливый трактор поспешил в поле делать самую добрую и полезную работу в мире. А довольная Машинкова прощается с вами ненадолго. Пока-пока.